В городском доме дружбы состоялась презентация книги «Жизнь, посвященная спорту». Инициатором мероприятия выступил Татарский общественный центр. В нем приняли участие ветераны спорта, активисты центра и школьники города. В книге собрана информация о представителях татарской национальности, которые внесли вклад в развитие физической культуры и спорта. Материалы были взяты из архивов музеев, семейных архивов и средств массовой информации. Книга выпущена тиражом 200 экземпляров. Здесь же состоялось награждение горожан благодарственными письмами за вклад в развитие спорта. Мероприятие продолжилось концертом общественного татарского центра. Татарский общественный центр работает, проводит различные мероприятия, конкурсы, фестивали. Ежегодно мы выпускаем научные работы, также газеты и книги. И вот сейчас у нас презентация книги «Жизнь, посвященная спорту». Над этой книжкой мы работали где-то более 6 месяцев.